Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я буду готовить эклеры с творожно-сливочной начинкой. Получаются очень вкусные. Рекомендую приготовить вместе со мной. И для этого нам понадобятся такие продукты. В кастрюльку наливаем 125 мл молока и 125 мл воды. Добавляем чайную ложку сахара и 1/3 чайной ложки соли. Ставим на огонь, перемешиваем и добавляем 100 грамм масла сливочного либо маргарина. Все хорошенько перемешиваем и доводим до кипения. Молоко у нас закипело. Снимаем с огня и добавляем 150 грамм просеяно через сито муки. Всыпаю сразу всю муку и хорошенечко ложкой быстренько перемешиваю, замешиваю тесто. Когда тесто уже начнет собираться в комочек, вот таким образом, оно уже немножко подостынет, мы начинаем вбивать яйца. Я сразу вбиваю все яйца. Я приготовила 5 яиц, но мне одно яйцо не понадобилось. Мне хватило 4, иначе бы тесто было очень редкое. Беру миксер и миксером интенсивно взбиваю на большой скорости. Тесто я взбивала в течение 5 минут. Вот оно стало уже гладкое. Набираю в ложку и пробую. Если оно плавно скатывается с ложки, значит тесто готово. Перекладываем в кондитерский мешок и будем формировать эклеры. Противень я застелила пергаментом, ничем не смазывая. И таким образом буду формировать наши эклеры. Также можно не надевать насадку, а просто прорезать кондитерский мешочек и выдавливать вот таким образом. Затем отправляем в разогретую духовку до 180 градусов выпекаться на 30 минут. А за это время приготовим крем. 400 грамм творога пересыпаю в глубокую посуду, добавляю ванильного сахара пакетик, щепотку соли и 100 грамм сахарной пудры. Беру погружной блендер и перебиваю все до однородной массы блендером. Ну вот, масса уже стала однородной. Убираем блендер и дальше мы будем работать миксером. Добавляем сначала 150 мл сливок холодных. Хорошенечко взбиваем. Потом я еще добавила 100 мл. Всего я добавила 250 мл сливок. И взбиваем до густых пиков. Я взбивала где-то в течение 2 минут. Вот такой густой крем у нас получился. Эклеры наши готовы. Половину я уже начинила, сейчас вот покажу, как я буду начинять остальные. Прорезаю на дне эклера дырочку ножом. И затем крем перекладываю в кондитерский мешок. Прорезаю внизу дырочку небольшую. Затем вот так вставляю и заполняю эклер. Так мы все эклеры заполнили кремом, и вот такие красавцы у нас получились. Сверху я посыпала сахарной пудрой. Конечно же, лучше им постоять хотя бы часик в холодильнике, чтобы крем больше застыл. Но я разрезала, крем еще немножко мягковатый, но они очень вкусные. Рекомендую приготовить. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.